Привет всем. Давно мы не делали постов, не выкладывали. Заработались, очень много было работы. Но теперь, я думаю, мы сейчас в ближайшие дни будем выкладывать все, что происходило у нас в июне. И во второй половине мая. Да, Ань? Да, день. Вот, и все вам расскажем и покажем. Так, ребята, вы наверняка хотели узнать, где мы живем, где и как. И сейчас я покажу вам наши апартаменты. Вот отель Флорея, вы видите вывеску, вот он отель. А мы живем напротив. Вот. Здесь у нас идет стройка еще. Обещаю закончить его. Ну, пройдемте в дом. Мы живем на втором этаже. О, Марин, привет! Я снимаю наше жилище. Вот. Да, вот у нас такой зал. Телек ни разу не включали, да? Нет, кстати. Аня что-то готовит. Да, вот я ищу. Марин, сейчас я пойду к вам в комнату. Я шучу. Да, ладно. Вот это наша комната. У нас тут бардак. Да. Вот магазин болгарский. Один и второй неподалеку. Здесь очень низкие цены. Все подумали, что я у тебя не хозяйственная. Даже Лиза еще какая хозяйственная. Теперь все отлично. Вот. Туалет, ванна тут все есть. Вот. Все отлично. Что это меня? Все привет. Так, тут комнатка маленькой девушки живут наши соседи. И вот еще большая комната с санузлом, тоже девушки живут. Очень даже неплохие апартаменты. Рассказать вам о ценах на жилье на Кипре. В Енапе мы снимали комнату за 500 евро. Комната в больших трехспальных апартаментах. Но эта цена, конечно, она высокая даже для Енапа. Потому что многие наши коллеги находили комнаты примерно за 200-150 даже евро. За человека, да. Но 150 минимум, это редкость такая прям. Ну, 300. 300 средняя цена за комнату, это нормально. Долгосрочная аренда, да? Да, долгосрочная. Потому что за 500 евро можно и одну спальную студию найти. Но так как курортный поселок маленький, и многие на сезон приезжают работать, уже в феврале все было разобрано. Мы взяли, что осталось. Вот. Потом, ну, в Протарасе примерно такие же цены, может, чуть-чуть выше даже. А вот в Паралимине можно найти выгоднее, но опять же это нужно делать заранее, еще в январе, смотреть на лето. В Паралимине живут местные, это не курортный такой городок. Там очень тихо, спокойно. Сколько раз я там была, там вообще людей даже на улице не встретишь. Ну, да. Вот. Так, ну в целом по жилью, по покупке, сколько? 80 минимум, 80 тысяч евро, да? За квартиру-студию. И от 250 за виллы. Вторичные. Скорее всего, за эту цену. Новые, дороже, конечно. Вот. Так, ну все, мы пришли домой. Нет, еще не пришли. А, ну вот, следующий. Да, мы сейчас в другом месте живем. В другой стране. Да, но постепенно обо всем вам расскажем. И покажем, где мы сейчас живем. Абсолютно бесплатно.